же настроение, Алла Борисовна. Удалось поспать в поезде? Да. Удалось? Как это ни странно, да. Прекрасно. Добро пожаловать. Алла Борисовна, а Максим приедет поддержать детей? Пойди, забейте меня. Алла Борисовна! Здравствуйте! Доброе утро! Минск любит вас! Не только все Минск! Все любят вас! Алла Борисовна! Алла Борисовна! Сало попросили вам передать! Да! Вот! Сердечки из Германии! Где-то там кучевы, тут порвется струна, и упрямая челка на грудь упадет, прикоснувшись к душе. Как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь, без меня хорошей, хорошей. Долгое золото. Кроны деревьев, как будто из ватмана. Ты за меня молишься, я знаю, радуешься, я знаю. Ты за меня порой боишься, но не говоришь мне. Мама, любовь, я развелась. Я не мыслимой ценой и своей заслужила это право быть с тобой, быть всегда с тобой. Любовь похожая на сон, сердец хрустальный. Любовь похожая на сон, счастливым светом. Пис береги, тепло, огня и кровь. Любовь мою на час роковой. К сожалению, не поет. Дай знать мне, где друзья, а где враги. И от обид меня убереги. Не дай присытиться любимым делом. Не дай отяжелеть душой и телом. Мне той женщине, которая поет. Не приведи судьба на склоне дней мне пережить родных своих детей. Если нет, не избежать на свете. Пошли мне, слышишь, мне не детям. Мне той женщине, которая на землю выпала.